с Лешей тоже приготовили номер. Просто мы с вот этой прекрасной группой, которая только что играла, мы выступали на летом на одной сцене, на дне молодежи у театра драмы. И это, да, это для нас была большая честь, и для них, надеюсь, тоже. Вот. Вообще это лето у меня прошло по девизам предпринимай, короче, что во мне предпринимательская жилка. Как вы, вот, по-вашему, что такое предприниматель? Зарабатывает. Нет, предприниматель это тот, кто предпринимает что? Предпринимает решения, предпринимает мысли какие-то, не знаю. И я, значит, подумала, сделаю-ка я кофе на песке к открытию. Подзаработаю немного денег, что-то не пошло. Вот кто первый пришел к нам сегодня на праздник, тот знает, что я полчаса, наверное, варила одну кофе, а так оно и не вскипело. В итоге я поставила там на самообслуживание все. Вот. И вот потом, у меня как июль, вот как каникулы, все время я что-то пытаюсь придумать, как это бизнес. Я все время почему-то не могу просто быть актрисой хорошей, мне нужен какой-то другой бизнес. Вот. Но Леша сказал, что мы выйдем и займемся своими прямыми обязанностями, то есть мы будем выступать! А как? На самом деле не выступать, а сделать рекламу на завтрашний день, к сожалению. Нет, мы будем выступать, а завтра у нас же бесплатный, да? Антон, бесплатный? Бесплатный вход на нашу нетипичную вечеринку с поэзией. То есть мы читаем стихи, ребята играют стихи уральских поэтов. И наша вся группа ЦСД это будет делать на этой сцене. А в конце там будет маленький сюрприз. Такой бонус в виде каверов, которые все знают. Ну, то есть от и до, так, там, Анаутилус, еще всякие треки. Да, да, это будет здесь, в 8 вечера. То есть также можно будет попить мой кофе на самообслуживание. Может быть, будет пиво. И если будете вы, то точно будет пиво, наверное. И будет очень весело. А сейчас мы... Тебя перебью, ты можешь так часами разговаривать. Короче, есть еще такая тема. Сейчас мы сделаем одну, споем одну песенку, которая завтра будет. Вот, с этой песенкой как бы есть такая фишка, ну раз у нас storytelling или что-то такое, есть такая фишка. Однажды была тусовка, а именно день рождения Рената Ташимова. И, ну, без подробностей, но на ней была группа людей, которые, знаете, типа, короче, когда начинала играть эта песня, они все такие, ну, что вы, ты это слушаешь, типа, что это за дичь и так далее. Но когда все Лёха, достигли, короче, кондиции определенные, короче, всем это зашло, и вот песня это из той кондиции, вот, и, ну, вы все ее знаете. Короче, вы придете завтра к нам на концерт? Батя! Ой, только на Это очень крутая шутка, ребята, мы с ним тоже... Поехали. Спасибо большое. Девочка, вот туда там. Дальше под спидом! Завтра будет не менее круче, чем сегодня. Спасибо, спасибо. Леша, отключай гитару.